алейкум! Это программа «Бон Викенд». Я Алия Хаджабайдинова. Друзья, наша страна уникальна и самобытна, современная и разнообразная. Мы продолжаем свое путешествие. Сегодня мы находимся в городе идей, в современной и комфортной Виннице. Некоторые ее называют конфетной столицей Украины. В 1919 году она действительно была столицей Украины, но ровно месяц. Итак, давайте осмотримся. Винница расположена на скалистых берегах Южного Буга. Это жемчужина и столица Подолья. Город с богатой историей. Город великолепных фонтанов и драйвовых фестивалей. Швейцарских трамваев, итальянских гондол. Город идейных и патриотичных людей. Здесь проживает более 370 тысяч человек. В 2013 году Винницу признали самым комфортным для жизни городом в Украине. Этот город прекрасен и разнообразен, и вы сейчас в этом сами убедитесь. Здравствуйте. Меня Алия. Зовут Дмитрий Мулин. Очень приятно. Директор управляющего данного комплекса. Как у вас Франция. Красиво вообще. Да, наша гостиница – это единственная историческая и культурная памятка данного типа. Была построена в 1897 году и основана австро-венгеркой мадам Евгенией Прунмайер. Отель прошел, пережил 4 эпохи. И в 2015 году он был реконструирован и отстроен. И сейчас находится в таком виде, как вы его видите. Класс. Сколько здесь номеров? 64 номера, 8 различных категорий. В ближайшем будущем мы планируем расширяться. Мы планируем увеличить наш номерный фонд до 105 номеров. Мы планируем открыть спа-центр, фитнес-центр. Планируется также у нас зона спейс-релакса на крыше с отдельным бассейном. Я думаю, еще к вам приедем. Спасибо большое, обязательно. Прошу вас, пожалуйста. Здравствуйте, очень приятно. Ваш номер 206 находится на втором этаже. Завтраки у нас проходят с 7 до 10.30. Телефон на рецепции 101. Если что-нибудь нужно, звоните, пожалуйста. Будем очень рады. Спасибо большое. Все вам понятно. Можно? Да. Все хорошо. Пожалуйста. До свидания. Итак, отель «Франция» находится в самом центре города. Здесь очень комфортно и уютно. Всюду картины, статуи, книги, дорогая мебель, ковры. Здесь чего только нет, есть даже собственное подземелье. В Виннице очень много хороших отелей. И, кажется, я нашла самый лучший. Огромный отель. Ребят, этот отель очень большой. Коридоры длинные. Я надеюсь, сейчас найду свой номер. Вот, вот он. Мы пришли. Вот это бархатка, красиво. Мне кажется, внутри будет очень красиво. Где моя карточка? Ну что, готовы посмотреть свой номер? Ну что, посмотрим мой номер? Ух ты! Класс, он такой просторный. Огромная кровать. Все так уютненько. Посмотрите, живые цветы. Красиво, чисто, комфортно. Очень хочу попробовать. Да. Все. Я здесь отдыхаю. А вот и президентский номер.
Для него отведен отдельный этаж, и уже несколько раз здесь останавливались президенты. В отеле есть прекрасный ресторан «Монблан». 130 посадочных мест в основном зале. Европейская кухня, уютный камерный зал в стиле современной классики. Здесь есть также концертный холл, в котором часто проводят концерты и вечеринки. Рассчитан на 300 человек. Меня впечатлила грамотная архитектурная реконструкция здания, сдержанная классика. А фасад здания поддерживает экстерьер улицы. Ну вот я и заселилась. Самое время пообедать. Мне посоветовали ресторан чешской кухни, который называется «Волтава». Он находится совсем недалеко от моего отеля. Давайте посмотрим, чем тут угощают. Запечений короб під овочевою подушкою. Друзья, выглядит это все очень аппетитно, мне уже не терпится попробовать. Мне принесли утку в медово-горчичном соусе. Очень вкусно. Здесь у нас камамбер с журавлиным соусом. Запеченный камамбер. С трапезой я справилась быстро. Тут действительно вкусно готовят. Чтобы проникнуться атмосферой и настроением города, нужно обязательно прогуляться по центральным улочкам. А большинство основных достопримечательностей разместились на улице Соборной. Но что делать, если времени на осмотр достопримечательностей не так много, а желание увидеть их все так велико? Одной из сравнительно новых туристических локаций города является мини-Винница. Комплекс расположен на территории Центрального парка, где собрано под открытым небом 15 знаковых исторических зданий. Точные копии, они собраны и изготовлены методом 3D-печати. Здание можно рассмотреть в деталях и значительно сэкономить свое время. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. Увидеть звездное небо днем, думаете, это нереально? В Виннице реально. Здесь есть стационарный планетарий, в котором звездное небо можно увидеть в любое время дня. Вінницький планетарій – це один із 7 стаціонарних планетаріїв в Україні. У планетарії, в першу чергу, ми можемо побачити точну копію зоряного неба, яку демонструє нам ось цей оптико-механічний проєктор зір та планет, який так і називається планетарій. Тобто це приміщення названо в честь ось цього апарату? Так, це і планетарій, це і апарат, і сама будівля, в якому він знаходиться. Можна побачити близько 5000 зірок,
Також апарат демонструє нам частину нашої галактики, Чумацький шлях, планети Сонячної системи, сусідню галактику Андромеда, декілька туманностей. Планетарій наш заснований 1965 році, в цьому році вже 55 років йому. Апаратура, сам апарат, так званий малий Цейс, який демонструє зоряне небо 68-го року. І він незмінно показує зоряне небо, яскравий досі. Друзья, я отправляюсь на вот этом прекрасном теплоходе «Ласточка», чтобы прогуляться по Южному Бугу, полюбоваться Винницей и встретить закат. Но, как оказалось, на теплоходе часто проводят разные вечеринки. И сегодня я попала на кофейную. Здравствуйте! Несмотря на полевые условия, здесь готовят кофе по особым старинным рецептам. Никогда не думала, что можно готовить кофе на песке прямо над водой. Мы проводим разнообразные вечеринки и экскурсии, исторические, тематические. Ну вот вам сегодня повезло, вы попали совершенно на закрытую вечеринку кофейную. Этот кофе сварен по особому рецепту специально для меня. Здесь добавлены какие-то специи, я знаю, что здесь точно есть чеснок. Я попробую сейчас этот кофе. Это круто, правда, это круто. А кофе – это традиционный напиток крымских татар. Зайдя в каждый крымско-татарский дом, вам первым делом предложат чашку кофе. Для меня очень символично, что сегодня я попала к вам чисто случайно именно на эту вечеринку. На кофейную вечеринку. Супер. Спасибо большое. Елена, вы занимаетесь доследованием подильской кухни. Да. Кухня оказалась широкой, глубокой и настолько многоплановой, поскольку она мультикультурная, то здесь и евреи оставили свой след, и крымские татары, и турки. И вообще, собственно, история кофе начинается на Подолье с 1670 года, на минуточку. И культура питья кофе нам, оказывается, свойственна не меньше, чем Европе, не меньше, чем Австрии. Угу. И, кстати, в Австрии первую кофейню открыл тоже украинец. За такими интересными и душевными беседами мы встретили закат на Южном Буге. А дальше я познакомилась с капитаном судна. Он сразу распознал во мне опытного моряка. И даже доверил управление судном. Такие моменты в жизни, как этот закат на Южном Буге с приятной компанией под аромат настоящего крепкого кофе, запомнятся мне надолго. Вечером я отправилась к крупнейшему во всей Европе плавающему светомузыкальному фонтану Рошен. Он смонтирован в русле Южного Буга и разбрасывает свои струи до 60 метров вверх. Длина фонтана около 140 метров. И все это сопровождается музыкой и световыми эффектами. Впечатление не описать словами, это действительно завораживающее зрелище. На огромном водном экране тут можно увидеть шоу с синхронизацией музыки, проектора и лазера. Это нужно просто увидеть. Thank you.
После такой насыщенной вечерней программы я проснулась поздно. И, признаюсь, даже чуть не пропустила свой обед. Но хорошо, что я заранее все спланировала. Я нашла прекрасный ресторан. Друзья, я нахожусь в единственном заведении Винницы, в котором готовят крымско-татарские блюда. Это ресторан современной крымско-татарской грузинской кухни «Аса». Давайте посмотрим, как здесь готовят крымско-татарскую кухню. Дякую. Вау, сразу кава. Ух ты! Смачно. Спасибо большое, дякую. А це що таке? Итак, друзья. Это все ради вас. Я буду есть это тесто ради вас. Ой, мне кажется, это очень вкусно. Оно еще горяченькое. Как моя мама готовит. Я сначала не поняла, что это за блюдо. Думала, это какая-то такая круглая лепешечка. Но потом, я попробовав ее, поняла, что это тавалокум. Просто чуть-чуть другой формы. Но очень вкусно. Тавалокум. Вот так выглядит настоящее крымско-татарское гостеприимство. Ох, как же это вкусно! Если бы я жила в Виннице, я бы была постоянным гостем этого заведения. После обеда хочется прогуляться, и я отправляюсь в музей Винницкого трамвая. Он находится на территории трамвайного депо. Здесь представлены вагоны, применявшиеся в Виннице в разное время. А вот и самый длинный трамвай Украины – 32 метра. Кстати, винницкого производства. Все вагоны музея находятся в исправном состоянии и могут оказаться на дороге города в любое время. Интересная история для крымчан, наверное, будет, потому что в Виннице у нас в музее хранится один евпаторийский трамвай, который мы в 2013 году обменяли на чешский вагон, который сегодня тоже ездит в Евпатории как пассажирский. То есть вот такой вагон мы отдали городу Евпатории. Да, я их помню, кстати, я на таких катал. Да, там написано «Прощавай, Винница, здравствуй, Евпатория». А у нас в Виннице, вот в музее, теперь хранится вот такой вагон, который мы привели к оригинальному заводскому состоянию, и сегодня для нас это уже история. Сколько ему лет? Ему уже 60 с лишним лет. А этому? Этому под 40. Слушайте, небольшая разница, да, как они внешне отличаются очень. Стоит прогулка по городу на ретро-трамвае, управлять которым будет самый молодой и увлеченный своим делом водитель. К слову, этим трамваем могут управлять только два человека в городе, и Павел один из них. Поехали! Здравствуйте!
город Винница – это довольно старый город, древний, можно сказать. Ему уже больше 600 лет. Основан был еще литовскими князьями, братьями Кариатовичами, князем Острожским. То есть это все то время, когда эта территория еще была таким, знаете, полудиким полем, где жили разные племена. В то время как раз татарские набеги были, собственно говоря. Из Крыма. Да, из Крыма. И сколько лет они продолжались? С востока, скажем так, правильнее. Это было много десятилетий, и в конечном итоге, когда сюда пришел литовский князь Ольгерд, он смог освободить эту территорию, но, собственно говоря, и начал образовывать здесь небольшие крепости, в том числе и город Винница появился как небольшая крепость. С деревянной крепости, да? Деревянная. Она была маленькая, деревянная, это фактически было такое укрепление, скажем так, земляной вал и деревянная постройка по периметру. На берегу Южного Буга тогда назывался Бог, и еще одна речка, которая называется Винничка, которая, собственно говоря, и дала название нашему городу. И несколько вариантов, да? Да, есть несколько версий, но это более такая исторически правдоподобная, что все-таки ядроним слово, оно перешло на название самой крепости. Это было, ну, это логично. Еще по поводу подземелий. Расскажите, я знаю, что большая часть подземелий еще не изведана. Да, действительно, были подземелья. Часть из них, к сожалению, безвозвратно утеряна. Это подтверждают многие источники, что их даже в 20-м столетии очень массово заливали бетоном, засыпали. Но сегодня, в принципе, можно посетить в монастыре Капуцинов. Есть небольшой участочек этого подземелья, который можно увидеть вживую. Я сегодня как раз туда и отправлюсь. Отлично. Я нахожусь у монастыря братьев Капуцинов. Меня ждет экскурсия по подземелью. Кстати, в городе их множество. Некоторые из них до сих пор не изведаны. Страшновато, конечно, но нужно идти. Мне сказали, что экскурсия будет здесь, но тут что-то никто меня не встречает. Так страшно. Люди. Это кто такой вообще? А вы кто? Вы за мной, что ли, пришли? Сейчас. Я хорошо, я поняла. Сейчас иду. А куда вы меня ведете? Сначала я подумала, что это мой экскурсовод. Но чем дальше мы продвигались вглубь подземелий, тем больше в мое сердце закрадывался страх. Как это? Не мой экскурсовод? Разве такое бывает? Да и выглядит он, мягко говоря, странновато. У меня сейчас сердце становится. Мне уже вообще не смешно. Он все это время молча вел меня куда-то. Мне уже совсем не хотелось этой экскурсии. Кто бы меня отпустил? Что я увидела в последней комнате, этого я точно не ожидала. Здравствуйте, я вас ждала. А он где? Меня зовут Мила, я ваш экскурсовод. А это кто сейчас был? Кто? Ну, кто-то меня привел сейчас. Здесь никого не было, вы сами пришли. А, да? А мы где вообще находимся? Это Винницкие катакомбы. Ага. Им уже более 250 лет. Это очень старое место, и вот я вам немножко хочу о нем рассказать.
Это целый комплекс подземелий, построенных еще более 250 лет назад вместе с Винницким монастырем капуцинов. Они очень старинные. Долгое время здесь монахи даже жили. И не только жили, но даже варили пиво. Также монахи здесь хранили провиант. И во времена чумы и других эпидемий эти запасы спасали горожан от голодной смерти. Может, давайте прогуляемся, я вам детальнее покажу катакомбы? Вы знаете, я как бы уже здесь нагулялась. Лучше покажите мне выход. Каждый день своего отпуска я открывала для себя новые маршруты и интересные локации. Все-таки, как же в этом городе уютно и хорошо. Сегодня я отправилась на одно из самых мощных предприятий пищевой промышленности в Винницкой области. Здесь производят крафтовые натуральные продукты. Это гастробренд Подолья «Солодка Мрия». Их продукцию вы уже, скорее всего, пробовали, так как они представлены по всей Украине. Но больше всего этот бренд славится своим натуральным зефиром, мармеладом, кукурузными палочками и вкуснейшими конфетами. Их философия – это принципиальный отказ от всего искусственного, а наивысшей ценностью является здоровье клиента. Вот поэтому я смело пробую здесь все, что вижу. Наше производство таке, доволі таке велике. На сьогоднішній день ми починали от таку першу свою роботу ще у 2006 році, саме з кондитерського виробництва. На сьогоднішній день у нас є декілька цехів, де ми працюємо. Угу. І от один із них, де ми виробляємо натуральні смаколики, це цукерки. Ви робите це своїми ручками? Звичайно, у нас тільки ручна робота. Угу. Ми виробляємо все вручну, ну практично так, як кожна господиня може зробити в себе на кухні. Тобто оце все, те, що тут? І ще декілька інгредієнтів. А яких? Ви не скажете? Це секрет? Це не секрет, це ми додаємо ще сюди родзинки, сушену журавлину, мед. О, як це корисно, мабуть. Це дуже корисно. Ці цукерки у нас і називаються енергетична кулька, саме через те, що складники отакі натуральні і дуже корисні. Давайте зробимо щось. Давайте. Я буду виробляти, а ви його будете в кунжут. І давай. Треба його так загорнути, так? Так? Такі кулички, будь ласка. Можна, так? Да?
все, досить. Я думаю, ви вже навчилися готувати ці корисні смаколики. Так, дякую за досвід. Ви у нас цілий день в цеху і, мабуть, важко було втриматись і нічого не скуштувати. Так, дуже важко. Тому ми хочемо вам презентувати такі наші солодощі від торгової марки нашої. Дякую. Будь ласка, смакуйте з задоволенням. Дякую. Вау, тут ще чотири. Зефірки? Клас. Ой, це той, який я робила? Так. Магистратур по Віннице продолжается. Я нахожусь в пабе «Винничка Реберні». Посмотрите, как здесь круто. Оформление зала выполнено в стиле стимпанк. Это заведение очень любят туристы и местные жители. Оно находится прямо на реке Южный Буг. Добраться сюда можно как с берега, так и с воды. А еще вы можете посмотреть, как готовятся ваши блюда. Смотрите, как это аппетитно выглядит. Интересно, как оно на вкус. Вау, спасибо большое. Я заказала рыбу на мангале, легкий салатик и вкусный безалкогольный коктейль. Будем пробовать? Так, начнем с коктейля. Что-то такое мятное, сладкое, очень вкусненько. Так, пробуем салатик. Легко, вкусно. Мало кто умеет готовить рыбу, но здесь ее умеют готовить. Это правда. Главной изюминкой этого заведения является настоящая венецианская гондола. И гондольер, одетый в традиционный наряд, управляющий ею. Очень необычное зрелище. Она настолько тихо скользит по воде, что, остановившись по центру реки, ты ощущаешь полное единение с природой. Слышишь звуки воды, пролетающих птиц, отдаленный шум города, и все это как будто во сне. Я нахожусь в центре ремесел Дунстон. Он расположен в 6 километрах от города Винница. Здесь проходят всевозможные фестивали, шоу и мастер-классы. Сегодня я погружусь в атмосферу настоящего средневековья. Интересно, как проводили свой выходной день женщины средневековья? Был ли он у них? Давайте представим, что если бы я оказалась на их месте. Выспавшись в день своего выходного, я бы, конечно, первым делом поела. Но для того, чтобы поесть нормально, необходимо самостоятельно затопить печь, приготовить на ней еду, подождать, пока приготовится.
Сплести пару кукол для детей, помечтать о рыцаре. Нет, вот что делала бы я, оказавшись в средневековье. Пусть и утомительно, но очень увлекательно. Продолжая тему брутальности, я познакомилась с настоящими байкерами и организаторами масштабных мотофестивалей в Виннице. Встреча прошла очень активно, драйвово и волнительно для меня. Я впервые каталась на мотоцикле. Друзья, это просто невероятно! Діан, ви є організатором Вінницького мотофестивалю. Я один із організаторів. Ага. Нас є до 10 людей, нас насправді небагато. Угу. Щорічно у нас двічі проводиться мотофестиваль. У нас є два мотофестивалі. До нас приїжджає насправді дуже багато туристів зі всієї Європи. Це не тільки з України до нас з'їжджаються. До нас з'їжджаються понад 3 тисячі мотоциклів. У нас дуже багато приїжджає людей, і ми, коли вони приїжджають, в нас мотофестиваль проходить 3 дні. І ми стараємося показати по максимуму, що в нас є у Вінниці. Ми не просто сидимо якби на базі і на місці і спілкуємося, хоча це вечорами також присутнє. Ну це про вас, я думаю, що неможливо так подумати. Так, так, можливо, ви знаєте, в нас є Рошен фонтан. Так, ми так обов'язково всім показуємо програму фонтана. Ми збираємося колоною і їдемо. Ми возимо їх також кататися. В нас є катер Ляля Ратушна і по Бугові. Також. Вони злазять зі своїх мотоциклів, да, і йдуть, да, до води, і там кататися. Да. Ще ви займаєтесь благодійністю, так? Скажіть. Так, ми стараємося по можливості відвідувати найближчі дитячі будинки, які знаходяться по Вінницькій області. Ми наперед дзвонимо, питаємо, що їм, можливо, потрібно, тому що, ну, щоб не везти аби щось. Ми їдемо також до дітей колоною великою. Все організовано. Я уявляю собі їх емоції. Діти, так, вони, ви знаєте, діти не так чекають подарунків, а як насправді нас. Вони готуються за місяці-два, і вже якось останніми роками вони навіть питають у своїх вважатих, а коли цей буде день, коли до нас приїдуть знову мотоциклісти і будуть нас катати. А як така тендітна дівчина сіла за такий брутальний байк? Чоловік підсадив. Для мене це виглядало спочатку якась така фантастика, як нездійснена. Я на мотоциклі, я навіть на машині не вмію їздити. Я пішла, здала на права і пішла в мотошколу і автошколу. Якщо, ну, вийти ранком і вибрати машину, мотоцикл, скоріш за все, я сяду на мотоцикл. Діана, я дуже вдячна вам, що ви підтримали нас, нашу програму «Бон Вікенд». Дякую вам. Що ви сьогодні зібралися тут, і ми з вами сьогодні відправимось у наступну відпустку. Дякую, дякую вам. Друзья, наша программа о туристической Виннице подошла к концу. Я отправляюсь в новое путешествие. Следите за новыми выпусками на телеканале АТР.
можна робити на самом деле. Правда, коли потім вийдеш, плюс 3 кілограми, але зато скільки щастя.